Красно-белый Макларен. Так это как магазин красное-белое. И Борис 5-летним стажем бармен. Красно-белым. Надо себе спонсора прилепить. Не, он синий. Красно-белый. Он синий. Ну чё, Боря, давай дернем всех. Ща я две Феррари снесу, а ты уезжай. Там еще Рома. Еще Мерседес снеси, пожалуйста, третий. И последний за соперником. Сейчас посмотрим, как пиратка у меня работает. Ну не, уезжает говнюк. Ой, педики самоликвидировались. Ну, не педики, конечно, я так. Слишком переборщил. У-ху, Виталий! Ну, ё-моё, я без крыла. Идите нафиг. Почему я? Это все у меня. Почему? Блин, сейчас пойду снесу кого-нибудь. Бубу. Да далеко не доеду, без крыла. На круг подожду. Не, сейчас, короче, мега перерыв будет, вот увидите. Сейчас, смотрите. Шестого на последнее. Эй, Мерседес, съебись в ужасе. Давайте сломайте. Андрюха девятый вообще что-то с ним, походу, тоже. Его Сандер сейчас дёргает. Он второй поворот под... срезал тика и, видимо, пропускал. Не, в том смысле, сейчас его Сандер напрямую просто вообще как не знаю. Андрюха, поди на харди. Да блин, Рома, видеть, Сандер нафига вообще мочит. Рома Каздина срезает. Кто первый? Рома Никитин. А ты какой? Второй. А ты, Боря? Он поворот срезал. А я за ними наблюдаю, еду. Да, на пит три человека сразу. Федько, я и Андрюха, походу. Воу! Я как Виталий вот только с крылом. Блин, теперь замусит. Что-то кто-то на пите долго слишком стоит. Такого долго стоял. Механики пьют. Заводили машину. Ну что, значит Федько первый. В списке. Стал кача. Помните Канаду 11? О. Ну вот, сейчас смотрите. Вообще-то я тут 22-й. У тебя ситуация не похожая. Так, Макларен, свали. В ужас. Съебался в ужасе. Я тебя, блядь, толкну, черножопа. Колесо заблокировал. Что-то на поребриках вообще сносит. Квали такого нету. Федько уже совсем близко. В секунде. Ну чё, Вася, сыграем в игру? А, так он еще и на софте, походу. А, нет, тоже на харде. Еще и срезал, я его еще обогнал, он срезал, я его прошел. Блин, нифига так-то. Не очень это как Борян в Сильверстоуне. Когда срезают, круг хуже, блин. Упс, я его об стену. Извини, Вася. Ну, я думаю, он поймет, что он виноват, но... Не, ну просто я уже поравнялся, был внутри, все. И даже не нырнул. Следующий Андрей. Пресс-хоп Андрей в сне. А твою ж мать.
Что-то Андрюха тоже не очень едет. Секунду отыграл на одном секторе аж. Да, я так же. Андрюха же без этих, без помощников. Андрей? Блядь! Да ёб твою мать! Занос не кончен. Гребаный штраф. Уже не, первые не... штрафы пошли? Да, мне только что. Я к вам, наверное, присоединюсь скоро. Мне инженер сказал. Сектор минус 4 десятых. Отрулено. А, у меня тоже штраф. Зашибись. Да ну нафиг тупая трасс. Хреново прописано тут. Один тупо срезки дает вообще. Только заехал двумя чуть-чуть, все сразу. Да, есть какие повороты кончены. И атаковать аж боишься, а тут двух средств есть. Твои шины сильно изношены, следи за сцеплением с трассой. Если надо, заезжай. Резина уже в хлам. Угу. Самая красничая, как, блядь, Маруся была. Я слышу звук сзади такой летит. Боксы. Болян заехал. Рома уже в боксе. Не, ну точно Канада 11, говорю вам. Андрюха уже догнал. Что-то он вообще и обогнал, он как будто пустил меня прям к стоящему. У меня тоже, кстати, заезжал, что-то пропустил как будто. Вантур нихуя летает. Второй штраф. Да ну меня бесит последний поворот. Он тупой. Андрюха экономит топливо. Да поворачивай, телега кончена. Опа! Это Сандер? Да он вообще по обочинам все собирает. Как я вчера в Хересе. Не, ну если б не штрафы, то я бы действительно как Канада. Да я сейчас разобью эту телегу. Телега старая, колеса нутые. Дальше не буду подать. Резина в хлам. Бокс, бокс, бокс. А сколько мягко держит? Ну у меня 7 кругов, вообще 6 тут держало. На седьмом уже... На седьмом уже блевать хочется. Второй штраф. О, зашибись. Боря, это, наверное, передается. Тогда со мной ездили, штрафы хватали, сейчас летали. Слушай, а если я сейчас третий получу, ты тоже третий отхватишь? Хочешь проверить? О, так я заехал на пит и лучший круг поставил. Я, короче, ну, не заезжал эти два поворота, просто в полгаз. 22,5, ну давайте, кто там побьет. У меня еще и Керсон вырубился, ну ебесть.
Без Керса. Со штрафом. У меня сзади Родин, впереди ты. Я сейчас заеду, а они мне штраф сделают вместо пидстопа. А кто первый едет? Рома? Да, похоже. Вот хитрая жопа. Он вообще. А прикиньте, сейчас это в конце нарежет. Возможно. У меня уже дрифт, у меня предупреждение, что резина в говно. Я 3 секунды потерял на 7-м круге из-за того, что не поехал в бокс. У меня просто уже дрифтит. Как у Илюхи в этом. В Сингапуре? Да. Блин, еще один штраф отъехать и все, и могу уже спокойно атаковать. Опять подогнать. Заебись, мне резину не сменили. А так естественно, пока у тебя штраф, тебе ничего не сменит. Гандоны, блядь. Ну ничего, зато штраф отъехал, чё ты первый? Еще один круг. Керс не работает, резина сдохла. Давайте, обгоняйте. А я на второй, еще кто-то на пит поехал, так кто? Это белые. Нурлан, что ли? Он еще ждал, пока я, да, это Нурлан. Он ждал еще, пока я поеду. Ромы, охренеть. Перед питом было 3. О, Боря, привет. Ты че, это 6-й? Да переключай ты передачу-то уже. Оп-оп-оп-оп. Там это Нурлан еще едет. Оо, как полетел-то. Вот. Я, кстати, в этом же месте крутанулся в первый раз. Даже газ не нажать, машину просто сносит хера. Ладно, тест, наверное, не на то и тесты. Привет, ребята. Че, тебя уже на круг терпит? Да нет. Вот, блин. Меня развернуло, я такой, к этим зрителям просто в упор подъехал. Автограф. Кому черкануть? Так, ну круто, Нурлан на харде, он встает, а я еще мягкую одену под конец. Правда, Нурлан-то уже все попитан. Да ядрить, гамадрить, и крыла теперь нет. Походу будет веселая гран-при у нас на этой трассе. Ай-яй-яй, сносит. Сколько мягкая держит? Мало. 6? Да, на 7-м уже вообще катастрофа. 6. Я вот думаю, заехать ли сейчас на пик и атаковать потом до конца. Я пожалуй, отдохну. Попробуй, но он может не хватить. Да мне главное бы это, на последний круг-то я выдержу один случай. А, ну, тогда можно, в принципе. Просто чем раньше перейду, тем лучше. То мне же подтертая жесткая немного. Каждый же по-разному ездит. Я же за носами езжу. Ты более чисто, если ездишь, так больше хватит резины. А где лотусы, кстати? Ни одного я не видел что-то. 2-4-7 круг, не понимаю. Тут что-то. Вот где Нурлан теряет. Он, короче, вот эту связку вообще прям так ювелирно проезжает, прям, ну. Тринадцать секунд до говнюка на Мерседесе, а? Ой, блин, Нурлан же сейчас поворот ходить, а я на пит. Все, не снес. Да просто я еду прям за ним, а он тормозить будет, а мне на пит. Это как я Рому занес на пит в этом. Где там выехали? Что за трасса была, блядь? Рома меня хотел обогнать, потом пропускал, а я на пит его забрал с собой. А сколько секунд пит-стоп в 14-й? Бесполезно. Ну 3,7 где-то, да? 3,7, да. А тут 3 секунды меня обслужили. По-моему, Зандер ушел из чемпа. Так-то? Зандер ушел из чемпа. В смысле? Ливнул, что ли?
чатике. Его там Буба случайно не попрессовал на гонке? Он его в чатике попрессовал. Ну все, уже начались эти, блин. Ну, короче, сажайте Федько к этому, Вильямсу. Чё он, блин, начинает там? Я не понял. Блять, отрываюсь от Илюхи Родина, блядь, а Рома от меня. Так, 6 кругов, ребят, давайте-ка нарежьте, чтоб я на первое место выскочил. А, он еще на пит пошел, отлично. Ну, Рлан какой послушный. Кто на пит пошел? Кто на пит? Кто-кто? Да, я сейчас гонку еду попозже там. Родин. Доеду, да. С пита выехал. Ага, значит, еще Родина могу обогнать. Он сейчас... Первый, второй пошел. Ну, шанс у меня есть, в принципе, я на мягких, я такой весь прям... Пытаюсь не резать. Куда Сам... тебя вообще? Ничего, удержал. Тебе еще шлем перец? Нет. Он такой весь зеленый. Ну, у меня такой 14-й был весь сезон. Да и до этого. Кого шлем? Так, 25 до Федько. Если по 5 секс каждого круга, то обгоню. Илюха, какаха, почему ты в моем шлеме? Я в шлеме Кэма. Почему? 24 и 5 круг. У тебя 26... Илюх, ты там почистил шлем, ты, наверное, ну... 26-й, что ли? Не знаю, я твой тоже поставил, заменил. Да. Чего отображается там? Нафиг знает. У меня стоит шлем Хэма, а твой я поставил. О, у меня лучший круг сейчас пока, отлично. У Федько сразу махом 2 секи отыграл. Какой у тебя круг? Ты мой не переименовал? Нет. Какой у тебя круг это? Сейчас доеду, у меня второй сектор идеальный круг подойдет. Давай. Сейчас посмотрим, с улучшением ли пойду или нет. Может снова на пит заехать, туда уж точно никто не побьет. На пите. О, да. Вася, я иду за тобой. Блять, резко. Давай, реш. Надо заканчивать. 21,7, ах. Да, кстати, надо поставить. О, я еще первый сектор снова улучшаю. Надо обогащенку убрать, а то топлива так и не хватит. А, я уже в Абу-Даби доездился. Что-то у Федька проблема, да? Хреново вышло. И перс у него полный, но его, походу не юзает. Не, ну на первом секторе не очень, я обычно на третьем сжигаю его. Но тут его на стартовый можно хорошенько. Так, у него срезка по-любому, я там резал уже, не давали. Профессионал по срезкам. О, срезку дали, ну ладно. Не, ну хоть не штраф. Анкерс вообще не пользует. Может, забывает. Только не срезать, только не срезать. Фух. Родин на подиуме идет. Андрюха 19, но блин, это я уже не осилил. 20 секунд идет. Боря, знаешь что, я финиширую выше тебя. Да уж, по-любому. Даже выше твоей стартовой. Андрей, на харде стартовал, походу. Сейчас на софте едем. А, ну тогда у меня вообще шансов нет. Ну, у него, не знаю, как он крючок. А у него какой лучший? 24,1. У меня 23,7. Нифига себе. Слушай, такими темпами я, может, хотя 19 сек за 3 круга. Блин, срезка. Вот просто на самых простейших и тупых местах. Блин, ты на круг на 2 секунды хуже. Мне самое больше взбесило, когда у меня, блядь, в Сингапуре круг был хуже всех на 2 секунды, тупо всех. И я умудрился там четвертый вроде приехать или пятый.
Дай, блин. Тупо из-за чего приехал, из-за того, что не срезал вообще. Игра тупая, тупо меня вот на равном месте отправило в стену. Я помню. Я потом так задницу рвал, что пойти, помнишь, я даже догнал после всех этих. Кого-то еще там развернуло в гонке тоже. Я не помню кого, я там когда видео делал, помню, что кого-то тоже там. Я помню, что на старте Вадика, этот, ну, Белоус. Я помню, что там Буба Белоуса потом. Ну и правильно, блин. Сингапур. Только до Белоруса не дошло, походу, в Бразилии опять ответный маневр на старте. А, Андрей на 12-м круге софт идет. Не догонишь. Ну ладно, может они нарежут. Курица, да. Вот 17 секунд, охренеть. 4 галины. Блин, у меня еще машина без настроек. А вот Рома выдул весь керс еще в середине второго сектора. У меня машина. А Рома просто, мне кажется, накатывает хорошо перед каждой этой. Рома, да, он видел по 50 катнуть, блин. Не, ну, в том смысле, именно перед самой трассой вот буквально тесты, хоп, надо 50 катнуть. Он ночью, короче, этот. Он на Steam включен, да. Да фу, иди нафиг, блин. Фу. Сотру вечно. Ну так зайдет. Хорошо ехал. Андрюха догнал Родина, сейчас будет, а ты милого. О! Сейчас там куда-то там выше хотел. Рассказывай, куда. Ничего, нормально. Это часть плана, да? Да. Зато не так уж и плохо. О, сейчас посмотрим, как Андрюха будет разделываться. Да, пускай там бодаются, а я себе спокойно туда ем. Блин, я б еще катнул, но поздно. Сколько у тебя сейчас времени? У меня 11 почти где-то. Борис, сколько времени? Да, хорошо. 8:30 сейчас. Пол 11. Оп, Андрюху в стенку. Последний круг. Чё? А, походу всё-таки дёрнут. Заносом боком, блядь, поворот срезал, хотя бы срезку не дать. Как-то странно он сейчас прошел поворот, да. Угу. Там можно было бы, ну, не нырять, конечно, но немного зайти пошире. О, я научился наконец-то... Тут Родин, наверное, сейчас кирпичный спад строит. Давай, Андрюха. Что там, бодаются? Да блин, он так близко и так далеко, но... О, мой Родин срезал. Андрюха, мне кажется, просто развлекается. Второй... Ай, блядь, стартанул. Давай, сейчас вот... Если Родин ошибется, то это все. А если на пи тут заехать, то это... Че быстрее будет? Как Дима, блядь. Сейчас посмотрим, кого штрафы. У Андрея 20 секунд штрафа. Вот блин, и, ну, и у Васи 20. Мне же 20. Достаточно было только доехать. И у Васи блин. 20. И все, у всех остальных нормально. Ну че, у кого лучший круг? У меня только лучший только круг. Макларен из ДСК. Бум! Бум! Ну давай, ты куда? На пи поехал. А там стена, вот мне задача. Мне же пить надо было. Второе место, отлично проехал. Не повезло. Серьезно, что? Говорит, мы такого, честно говоря, Макларен в жопе. Макларен в жопе. Ну, все правильно, как есть. Сначала фряги, теперь Макларен, блин. Что-то походу в блоке проклятие какое-то. Так да, вот это тянет.